Строительство Георгиевского храма в Видном завершилось 7 лет назад. С тех пор в Ленинском районе существует традиция начинать празднование Великой Победы 6 мая, в день святого великомученика Георгия Победоносца, когда храм отмечает престольный праздник. Таким образом, этот день каждый год объединяет всех жителей города и района, верующих, ветеранов, молодежь. 6 мая, Георгиев день, ежегодно открывает в нашем районе череду торжеств, посвященных Великой Победе. Богослужение, которое совершил настоятель храма Благочинной церкви Видновского округа протоиерей Михаил Егоров в сослужении священников, продолжилось крестным ходом. Пришедшие на богослужение, почитая память угодника Божьего Георгия, молитвенно просили его благословения. Хочется, чтобы на нашей земле и в России, и везде сейчас такие трагические события происходят, чтобы все было мирно. И мирно может быть только, если мы будем молиться и Георгию Победоносцу. Празднование Дня памяти святого Георгия Победоносца плавно переместилось на Аллею славы города Видное. Ветераны, градоначальники, представители общественных организаций и духовенства приняли участие в традиционной церемонии возложения цветов к вечному огню. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Возлагая цветы на постамент, многие вспоминали своих отцов и дедов, защищавших родину, и размышляли о том, насколько хрупок мир и как легко его разрушить, как страшна война. Все будущие поколения, наши дети и наши внуки должны помнить о том, как страшно терять близких людей, как страшно, когда на дворе война, как страшно, когда ты не можешь дать своим близким тот мир, то счастье, которое должно сопровождать любую семью. Сегодня, особенно в свете происходящих на Украине событий, это важно как никогда. Память о прошедшей войне должна предостерегать от необдуманных шагов, военных действий, конфликтов. Действительно, вот эти вот наши праздники, наши духовные, православные праздники, наши праздники, которые мы отмечаем ежегодно, и, конечно же, самый главный праздник – это День Победы, когда мы отмечаем 9 мая, это именно те праздники, которые нам помогают не забыть, что наш мир достаточно хрупок, и нужно беречь его, нужно как можно больше задумываться и делать то, чтобы побольше созидать в этой жизни. Так пусть же возведенный на Видновской земле храм в честь Великой Победы служит напоминанием нам о героях, об их славных делах и о мире, за который они отдали жизни. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.